Доброго дня, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Давайте сюда вот отойдем. Продолжаем двигать чужой изоляции. В прошлой серии неплохо мы поработали с вами, срезали с нашей любимой колотушечки ряд противников. Также продолжаем, ищем проход в башню связи с Сиксом. Ну и по пути, соответственно, необходимо нам найти некую деталь, дабы починить там лифт, да, по-моему. Ну и, соответственно, самое основное задание — найти все-таки бортовой самописец корабля Настрома, узнать, что же случилось наконец-таки с командой. Ну и, соответственно, с нашей матерью. Получили мы револьвер в прошлой серии. Давайте посмотрим, как он. Вот он. Смотрите, какая красота. Блин, ну с джойстика, конечно, мне непривычно будет. Как вы помните, я не так часто играю с джойстиком. Да и вообще игр у нас нет. Я имею в виду прохождение именно с джойстиком. Я для себя редко, еще раз повторяю, в основном клава-мышь. Но будем пытаться отстреливать. Сейчас нам гораздо проще будет. 25 патрончиков, как вы видите, у нас на руках. 6 в этом, да, и 19... То есть можно посмотреть. Да, 25 патронов. Замечательно. Ну все, в принципе, выдвигаемся. Дальше осматриваем все тщательным образом. То есть основная наша задача — попасть в башню связи Сиксон. В центр связи, то есть. Ну а наиглавнейшая задача — это найти бортовой самописец с корабля Настрома. Узнать, что же все-таки случилось там с командой. Так, наверное, ниже нам следует идти. Там мы уже все осмотрели. Ну, погнали потихонечку. Небольшой перерыв у меня был, пацаны. Я имею в виду. Конечно, в такие игры лучше уже сел один раз и безвылазно играешь. Но так не получается. Больше, соответственно, атмосфера. Так, когда, конечно, с перерывами. Но сейчас не страшно. Мне много не надо времени, чтобы в атмосферу проникнуться. Сейчас минут 5-10 и все, мы дома. Ну, я имею в виду. Так, что привыкнуть мне. Все, то есть здесь я не... А что здесь такое? Здесь я никуда не попадаю, что ли? Вниз. Обратно возвращаемся. Так, деталь. А какую деталь? Деталь-то я так и не нашел. Так, значит, здесь мы не проходим никуда. Хорошо. Будем искать. Сейчас будем искать, пацаны. Значит, где-то деталь я не взял. Некую. Так, вентиляционную шахту мы лазили, да? Здесь все осмотрели. Давайте, пацаны, вспомним еще раз. Может, я... Тут не все осмотрел, как говорится. Так, вот это вот что такое? Осмотреть. Хлам, да, ну хлам, нет места у меня. Хлам, нет места. Сенсор тоже. Ну, похоже, да, тут все я осмотрел. Все осмотрели. Понятно, понятно. Ну, револьвером, конечно, будем стараться пользоваться в крайнем случае. В основном буду использовать колотушечку нашу. Любимую, привычную. Неплохо она нас выручает. Не, колотушечка, колотушечка. Я не понял, а где же детали эту взять? Ищем, давайте внимательно все смотрим. Ну, здесь я... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там наверху, что ли, проход? Тихо-тихо, ты куда-то, блядь, рыжий? Сейчас она тебя затащит. Рожу рыжу, блядь. Извиняюсь, только оговорился. Этот, рожу он я подняла наверх, да? Он же меня сейчас может сцапать, монстр. Использовать пропуск. Ох ты, красота какая. Погнали, блядь. Видите как? А я просто думал, что дверь закрыта, блядь. Так, все, присаживаемся. Давайте, я уверен, что здесь сейчас враг нарисуется. Не зря нас снабдили револьвером. 100%, пацаны, вам гарантирую. Так, нам нужна запчасть, некая запчасть, да? Технобашня Симпсон. Ой, Симпсон. Ох ты, так ты можешь и сюда проникать, смотрите как. Во, здесь можно прятаться. Симпсон, Сиксон, блядь. Так, жетоны набираем. Ну, все эти жетоны нужны, дабы пройти смогли. Патронов нет никаких тут у вас. Так, вон вижу. Нет места, клей. Вот вам и запчасть, да, похоже? Нет, это... Это не запчасть. Ладно, давайте помолчим. Настроимся на атмосферу игры.
Надеюсь, что вы все в наушниках и ночью смотрите это прохождение. Ой-ой-ой, какая жесть, вы посмотрите. Там чувачка растерзал кто-то. Ну, мы сейчас, конечно же, проверим. Ну, судя по всему, нам к нему и надо. Судя по всему, мне просто нет желания пока что к нему заходить, пацаны. Ох ты. Если что, в голову сразу бью, бля. Да не, он-то не оживет. А вдруг какой-нибудь андроид, правильно? Вдруг это какой-нибудь андроид? То, что там у него... Вот, так, перед тем, как брать, похоже, это и есть деталь некая или план. Взять вещество. Перед тем, как какие кнопки нажимать, пацаны, я предлагаю, знаете что? Давайте осмотримся. Сенсор. Так, подожди. Нет места, ну блин. Блин, так там чужой наверху, я слышу, он там. Блин, кто ж тебя так, чувачок, растерзал-то, а? Кто ж тебя растерзал, господи? А, ну-ка. Все, понятно, кто его растерзал, ладно. Ладно, хорошо. Ну, берем, что ж делать? Брать-то надо. Получен чертеж, смотреть в меню. Так, дайте-ка я сюда отойду. Так, а что там у тебя было еще? Сенсор, да, только сенсор. Почему он не берет? Как нет места? И хлам нет места, да? Ну, ясно. Так, меню, смотрим. Аптечка, вот. Так, создать. Отлично. Что это такое? Детонирует при ударе, наносит увечья, оглушает всех в зоне поражения и ослепляет тех, кто смотрел в сторону вспышки. Андроиды невосприимчивы к воздействию СШГ, но взрыв привлечет их внимание. Можно модифицировать в мину-ловушку, срабатывающую при приближении. Ну, почему нет? Конечно же, мы сейчас ее соорудим с вами, да? Конечно же, соорудим. Отлично. Так, а там кто-то двигается, я уже слышу. Дайте-ка я присяду вот здесь. Вот. И дальше будем сооружать. Там еще, по-моему, еще на одну хватает. Во-во-во, смотрите, какая красота. Так, это прицел. Ну и, соответственно, бросить. Не, ну зачем ее сейчас использовать, правильно? Давайте я револьвер пока поставлю. Пока поставим револьвер наш. И еще соорудим. Там можно еще соорудить. Да, видите как? Набрал я много хлама сейчас. Соответственно, будем сооружать. Отлично. Парочку, да? Еще, наверное, хватит. Да, ты посмотри, сколько... Ну, это, конечно, хлам мы собирали все это время, да? Соответственно... Все, пока что 3 мне вполне достаточно. 3 мне пока хватит. Если что, там всегда можно будет собрать. Берем револьвер и снимаем хлам с этого. Все, во, отлично. Теперь место появилось сразу. Так, отходим, пацаны. Берем ствол в руки и потихонечку двигаемся. Есть подозрение, что тут уже противник у нас. Так, а тут я попадаю? Так, нужен некий код, устройство не работает. А у тебя не было здесь код? Я никакой не просмотрел случаем, пока мы это устройство собирали, блин. Ну-ка, пацаны, внимательно. Не, ну, конечно, жестоко с ним поступили, да? Жестоко растерзал его. Кто там? Некто. Так, сюда я пока не попадаю, да? Устройство не работает. Хорошо. А, слушайте... Да нет. Блин, буду-ка я наготове держать ствол, блин. Ну, двигаемся дальше. Похоже, нам дальше надо. Так, а там сохранить игру нигде нельзя было.
господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самописец. Блин, самописец, ё-моё, наконец-то. Ну вот что? Это радость, а. Что? Вот то, что нам надо. Ага. Нет. Да что? Нет данных. Ну вот все, видишь как. Данные уже кто-то постарался снял. Так. Файлы поближе. Да, ну ясно. Успокоилась. Санкционированный доступ. Ой-ой-ой. Ожидайте проверку. Отлично. Так, 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 отлично, отлично. Но есть такое подозрение, что нифига не отлично, пацаны. В том плане то, что... Еще раз, вы не удивляйтесь за насчет моего поведения. Я же не смотрел ни у кого, еще раз повторяю, видео ни у кого. То есть я не знаю, что произойдет. Естественно, я аккуратно действую. Понимаете, да? Так, ну, самое главное, мы получили деталь, нам необходимо. Самое главное, мы получили деталь, которая нам поможет запустить лифт. Так, отходим, что ли, да? Или дальше продолжаем? Ну-ка. Давай, давай. Так, 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 так. Так, подключитесь к системе кодирования ЛС. Так, введите показания и код. Так. Тут надо, наверное, медленно, да? Так, и введите показанный код РС. Я пока не понял, что делать, честно скажу. А, ну-ну-ну, надо поймать волну, поймать, да. Так, сейчас. Давай, 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 давай. О, тихо. Отлично. Так, и введите показанный код. Так, а какой код-то, блин? А показанный код какой? Введите показанный код. И, а, да? Неверный код, три попытки. Подождите. Показанный код. А какой код? Подключитесь к системе кодирования, понятно, и введите показанный код. Я, правда, не понял, какой код надо вводить.
указанный код. То есть надо посмотреть код, да? Ага. Это мы в меню, да, смотрим код, получается. Так, давайте-ка я здесь присяду, разберемся сейчас, что там за код. А, так, взломать, это все ясно. Информация где у нас? Филдинг, идентификационный код. Да нет, это не то, это их идентификационный код, это не то, да? А где, какой показанный код? Блин, ё-моё, я профукал код какой. Так, ну-ка, секунду. А, где этот... Подожди, не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас разберемся, подождите. Мне надо понять, какой код имеется. Так, а... Ну-ка, попробуем. Ладно. Так. Блин, не на ту нажал, извиняюсь. Так, а какой код? А, ну вон наверху показанный код. Господи, блин. Извиняюсь, так. Этот, да? А, ну тут надо наврить. Все, я понял. Извиняюсь, пацаны, за задержку. Я просто думал, какой-то цифровой код. Я не обратил внимания там. Это, все, извиняюсь. Ну, это лишь доказывает то, что играем первый раз. То есть намеренно ни у кого там не смотрел. Поняли, да? Так, сейчас все сделаем, сейчас все будет. Так, давай. Ищи волну, ищи, моя дорогая. Во-во-во-во-во. Так, блядь, сорвало. Наш удерживать еще. Джойстиком непривычно мне, конечно. Так. Это вот этот, да? Блядь, да что ж ты, извиняюсь. Короче. Сейчас наберем. Падла, блин. Так. Код принят, все, отлично. Ну, понятно, просто имейте в виду то, что игра, это я же еще раз повторяю, намеренно не смотрел. Соответственно, я подумал, некий какой-то цифровой код надо посмотреть было там у нас, в меню. А там оказывается, видите-ка, все просто. Ладно, хорошо, открыли дверь, сейчас отходим. Есть подозрение, что там враг у нас. Есть подозрение, что там у нас враг. Берем ствол, наверное, в руки. Записаться пока что не дают нам, да? Записаться пока что не даю. Так, собираем прибыток, который я не снял. Ага. Не-не-не-не. Отлично. Чувачка заберем, пацаны. А, с тебя я уже все, да, снял? Ну, ладно. Так, тихо. Так, давайте здесь посмотрим тайничок, да? Так, ну, сейчас мы быстрее будем работать. Так. Ой-ой-ой, извиняюсь. Так. Так. Да блин, перескочил. Да что ж ты так? Неаккуратно, блин. Так. Да, тут проще пареной репы. Понятно, что все это просто. Ну, когда уже разберешься, естественно, все просто. Так, отлично. Смотрим, что здесь у нас. Так, стой.
это комиссия Портер. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйтс, этот самописец пуст. Я нарушил, бог знает, сколько соглашений... Так, нет места, делаем. И все зря. Там только логотип Вайланд Ютани и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить, так что... Либо кто-то на борту Нострома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Ага, поняли, да? То есть повреждена информация, они сами, похоже, не знают, где ее искать. Или намеренно уже на корабле была это, ну, уничтожена информация на Нострома, на саму. Или же где здесь кто-то постарался. Так, хорошо, давайте-ка соберем еще вещички. Допустим, одну ССГ соберем, да, наверное. Потому как мне... А, не, не получится. У меня там просто нет места. Так, а аптечку я могу собрать? Во, отлично, аптечечку соберем. Соберем шприцы. Так. Даже еще один получится собрать. Еще? Отлично. Просто... Не-не-не-не-не. Угу. Великолепно. Все. Так, хорошо. Ставим револьвер и снимаем прибыток. Который не получилось снять, да? Так. А что ты не берешь? Нет места. Блин, а вот аккумулятор он не может взять. Ну, ладно. Значит, надо потом еще будет собрать кое-что. Все, отходим. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйтс, этот самописец пуст. Я нарушил, бог знает, сколько соглашений конфиденциальности, и все зря. Там только логотип Вайланд Ютани и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить, так что либо кто-то на борту Нострома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Блин, меня эта музыка вводит в этот, в панику. В том плане, то, что мало ли, может, где противник сейчас появится. Я поэтому осторожничаю. Так, по идее, надо уже поспешить, наверное, к лифту, да? Да что ж такое? Так, отключить аварийную блокировку. Ох ты! Как не вовремя, ты посмотри, а. Нам еще плазменный резак с вами нужен. Не забываем. Тихо. Так. Блин, ну-ка я присяду лучше. Возьму ствол в руки. Кто его знает, какая сволочь тут у нас тусуется. Так, почитаем записи. Подожди, там никого сзади нет. Так, лично. Кому? Портер, шеф, терминал из Севастополя. Шеф, есть новости, хорошие и плохие. Хорошая новость, я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Аполло, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре, и у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаке. Он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде малый толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела, Франко.
Так. Форпост прогресса. Разорение в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна, построенная компанией, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение, население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустеет, местные магазины закрылись, спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет, а устаревший суперкомпьютер Аполло подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились и что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций. Миллиарды долларов инвестиций. Так, Джулия Джонс, я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Colonial Times и попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. Так, отлично, отлично. Аудио послушаем, аудио пусто. Утилиты. Утилиты тоже пусто. Так, выходим. Выходим и осматриваем. Осматриваем. Так, тут же я смогу спрятаться, если что. Я все жду появления, сами знаете кого. Вот здесь вот самое хорошее место ему появиться отсюда, да? Или что там у нас? Откуда он там появится? Ну, когда-то рано или поздно же должен появиться долгожданный гость, пацаны. Как такое возможно? Так, тихо, тихо. Где тут что отключить? А, ну давайте дальше пройдем. Так, подожди, подожди. Сразу я открыл, мало ли что, сваливать придется. Так, и что, и где здесь отключать, что? Ну вот же пульт какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Падла, ты посмотри, сука. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Блядь, под стол. Ой-ой-ой. Просто великолепие, вы видели, да, этот момент? Ну, классика, просто классика жанра. Классика жанра, опять отвалил, да? Ой, какая жесть, вы посмотрите. Там револьвер не поможет, похоже, блин. Там даже и револьвер не поможет. Блин, отходим. Отходим, пацаны. Дайте-ка я здесь отсижусь. Все, сидим, не высовываемся. Я отдышусь немного, блин. Надо все-таки пушку в руки взять. Но мне думается, что револьвер нам особо не поможет. Это я вам точно говорю. Классный момент, конечно, был, да? Thank you.
Бля, у меня руки трясутся после этого чужого, так. Блин. Не. Ай, блин. Ну, давай, давай, дорогой. Так, что там? Так, тихо, тихо, пацаны, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, а это что такое за полтергейст? Ой-ой-ой, тихо. Тихо, тихо. Видите, да? Ой-ой-ой, блядь. Так, это что? Да вроде тишина. Так, а это что за полтергейст тут у нас? Стволы в воздухе висят. Ну ладно, блин. Не обращаем внимания. А я сейчас отсюда обойду. Может быть такое, что он где-то рядом передвигается, нам надо от него прятаться. Блин, да вы посмотрите, там стволы в воздухе, видимо, от перенапряжения, да? Смотрите, какая красота. Просто замечательно. Просто замечательно. Я у тебя все забрал? Так, патроны для револьвера. Подожди, подожди, так я из тебя сниму, ну-ка. Блин, подождите. Подождите, подождите. Я и с него туда возьму еще раз, раз они появились, да? Так, ну-ка. А, не, хлам. Ну, хлам хотя бы. Короче, давайте побыстрее отваливаем отсюда. Не нравится мне это место. Тут стволы в воздухе висят. Ну и вообще, какой-то полтергейст непонятный. Видите, да? Обыскать я тебя не могу повторно. Ой-ой-ой, блядь, ой-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 
Так, блядь, не суетись, только не суетись. Так, какой там, блядь? Короче, я просто мыслями не о том думаю. Не смотрю на код, блядь. Так, все. Спокойствие, только спокойствие, мой друг. Так, спокойствие, мой друг. Отлично, отлично. Отваливаем, пацаны, побыстрее отсюда, бля. Центр связи Сиксон. Там люди еще бегают, видели, да? Так. Так, секундочку. Так, продолжаем, отвлекли меня немного. Блин, вы посмотрите, что там за чудило стоит. Чудачок-то какой интересный. Это же у нас андроид. Ну-ка. Тихо. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Блин, ну как классно сделано. Безмозглые же тут андроиды. Да, безмозглые андроиды. Отходим. Мне не внушает он вообще никакого доверия. Вообще никакого, честно вам признаюсь. Или что, надо подождать, там он регистрирует. Так, ладно, хорошо, не будем мы никого ждать. Исследуем дальше территорию.
Ну и кто, блин, я не знаю, мне все, я вам точно говорю, атмосфера удержана вообще в стиле именно фильма. Кто там, я не знаю, говорит, что ничего похожего, как это ничего похожего, ребята? Ну, понятно, что мнения разные, ладно. Ну, по крайней мере, для меня очень много сходств с фильмом. Так, тихо. Ладно, давайте минимум коммента, а попробуем все-таки новая локация, скажем так. Там, вон, посмотрите, еще андроид двигается, да? То есть, тут получается сборочный цех этих андроидов имеется в космосе. Ну, понятно, это же обслуживающий персонал, видимо. Ну, то есть, андроиды специально и делаются, да, для того, чтобы помогать людям в разных ситуациях, сложных, так скажем. Короче говоря, обслуживающий персонал. Понятно. Ну, честно вам скажу, этот персонал мне никакого доверия не внушает. Я имею в виду, судя по внешнему виду, как вы можете наблюдать, вон там он еще парочку двигается, да их тут немерено. А интересно, как он, если попотчевать его этим револьвером, как он себе поведет? Блин, я ж прицеливаюсь очень плохо. Я ж джойстиком-то не играю, вы смотрите, пацаны. Блин, ну конечно, не обессудьте, если буду тормозить. Все-таки я джойстиком не двигаюсь, в основном клавами, конечно, сложно будет. А ну-ка, что ты нам скажешь? Пообщаемся? Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Понятно. А что, меня не пропустит, получается? Я бы не советовал. Ты посмотри, да ты так не разговаривай, чудачок. А то патрончик в голову. Ну-ка. А давайте ради интереса попробуем, почему нет? Все равно сохранение прошло. Держал. А ему хоть бы что? Держал. Ой, блядь, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не-не-не, зря. Не страшно, просто попробовал, да? Он мне сейчас голову оторвет, пацаны. Отходим. Это падла, у меня 3 патрона надо перезаряжать, блядь. Где ты есть? Иди сюда. Так, поближе, поближе. Получи, падла. И еще патрончик. Ой-ой-ой-ой-ой, отходим. А куда тут отходить? Надо перезаряжать револьвер. Так, иди сюда. Сейчас я тебя обману. Давай. Ой-ой-ой, блядь, схватила, сука. Обманул. Блин, зря я это сделал, пошутить решил. Ну не страшно, убьет так убьет, пацаны. Убьет так убьет. А может быть и получится отбиться, кто его знает. Так, подожди, а может я спрятаться смогу? Ай-яй-яй, давай, блядь, Аманда, беги, дорогая, блядь. Так, ну-ка, давай, перезаряжай. Давай. Так. Давай, еще один патрон. Так, он что, блядь, по одному патрону перезаряжаешь? Ты что меня позоришь? Он идет. Порой темп нашей жизни. Иди сюда, сука. Колотушка боцмана. Не канает колотушечка. Ой-о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 й
Ошибка боцмана. Какая колотушечка? Сейчас я его прижмурю, бля. Подойди поближе. Падла, на. Держал. Ну, все. Держал, падла, отлично. Положили, сволочь. Так вы посмотрите, сколько раз я ему в голову засандалил. Раз пять я ему попал в голову, блядь. И только тогда положил на высоком уровне, блядь. Имейте в виду, в голову били практически. Сколько? 5 патронов с револьвера мощного, блин. А если их 2 или 3, все, я не жилец. Просто не жилец, если 2-3 противника. Так что имейте в виду. Так, давайте-ка я здесь присяду, перезарядимся и обыщем эту сволочь. Видите, попробовал, блин. А он там. А другие не отреагируют случаем. Я имею в виду. Тут же, вот смотрите, движется, вон сидит там, работает, да, за пультом управления, но они перекрыты, у них тут вход, необходим пропуск, они даже и не слышали, что у нас с ним происходило. А тот, который за регистрацией сидел, вообще глухо как в танке, у него там свои дела. Ладно, давайте-ка я перезаряжусь,
Да, конечно, достаточно много надо потратить на него патронов. Достаточно много, хочу вам признаться честно, пацаны. Никуда не годится. В голову, учитывая, что бьем в голову. Но сама боевка меня порадовала. Классно, ощущаешь также в руках ствол. Отлично, да? И андроиды сделаны неплохо здесь. Все больше и больше радует меня эта игра. Советую всем. Так, осмотрим, что у тебя там аккумуляторы. А у меня нет места. Хлам, да? Да. Блин, ну красота, конечно. Ладно, передвигаемся дальше. Передвигаемся дальше. Нет. Ой, блин, тихо. Перед тем, как передвигаться, давайте-ка я употребим немного аптечку, то есть одну, да? Так, а сохранить игру можно? Ладно, давайте посмотрим, что дальше. Там видно. Да, неплохо повоевали. Еле ноги унес, я вам честно говорю. Как он меня не убил, мне просто повезло. Короче говоря, колотушка боцмана вообще ни о чем. Против, против этих андроидов, ну просто ни о чем, пацаны. Я вам не рекомендую использовать колотушку боцмана против андроидов. Никуда не годится. Так, ох ты, взять прибор слежения. Красота прибор какая. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Приборчик слежения. Это нечто великолепное. Удерживайте, ну-ка. Вот вам, пожалуйста, будем чужого вычислять. По этим двигаться. Фу, блин, я чуть не обосрался. Ты чё чудила, бля, глазастая, бля. Извиняюсь за мат. Он мне со спины сказал, вы слышите, время 3 утра. Ну, видишь, как его можно определить, смотрите. Вот он, не только чужого, соответственно, и андроидов. Будем пользоваться. Так, почитаем журнальчик. Вообще-то надо сохранить игру. Магнитофон, ну-ка. Не, ладно, пока не буду магнитофон. Все я здесь забрал, замечательно. Прибор слежения вырулили. Просто великолепно, почитаем, что здесь у нас. Там батарейки, да? Взять клей. Так, что интересного пишут. Замок отключен. Хьюз, я поставил механический замок на дверь, которая ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит. И я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Так, завтра наш манифест. Впервые опубликовано в новостях Сиксона, февраль 2115 года. Мы не хотим показывать вам новый мир. Мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология и каждый новый научный проект компании Сиксон преследуют одну цель – принести пользу вам. Надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Так, вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Официальная хроника. Наша звездная колыбель. 2034 год стал переломным в нашей истории. После того, как был открыт способ перемещения на сверхсветовых скоростях, Сиксон, тогда называвшаяся Сик и Сан, сын, встала на путь успеха. Началась космическая гонка, и под чутким руководством нашего основателя Джозаи Сига компания показала себя достойным участником этого состязания. Сиг и Сан строили компоненты для космических кораблей, на которых человечество смогло выбраться за пределы Солнечной системы. Как известно, корпорация Вейланд не желала делиться технологиями межзвездных перелетов с другими компаниями. Но, к счастью, Джозаи Сиг оказался талантливым инноватором и сумел наладить производство необходимого оборудования. Если бы не Сик и Сан, наше небо сейчас было бы совсем другим. Ну, ясно, так. Ясно, наше небо. Видите, как интересно тоже почитать. Прошу, пойми, ну-ка, аудио послушаем. Мари, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Сиксон Телеком. Не стал тебя будить, чтобы... Ох ты, дверь открыли, отлично. Видели, пойми, да? Активировали. Это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас в городе. Так, а этот чудачок отвалил у нас, да? Который на проходе меня чуть не напугал. Напугал, то есть очистка воздуха. Давайте освещение поменяем. Может, он там отвлечется? Освещение включить, чтобы посветлее было, да, нам двигаться? Ну, или я не знаю там. Так, а где дверь открылась? Вот, здесь дверь мы открыли. Отлично, ну, дальше продолжаем.
Сохранение есть где? Ближайшая точка какая? А вот, слышу, ага. По звуковому фону сохранили. Сейчас сохранимся. Не, сложно, конечно, воевать. Если 2-3 андроида, то будет, конечно, для меня, по крайней мере. Учитывая, что на джойстике не такой специалист. Ладно, все. Сохраняем, движемся дальше. Отлично, самое главное, прибор слежения получили, пацаны. То есть всегда можно будет пронаблюдать, где там у нас чужой, где какой противник. Ой-ой-ой, какая красота. Свет, ну свет, да? То есть подачу энергии мы сделали, включил я. Надо, наверное, отключить. Не-не-не, свет, не, отключаем свет, вы чё? Если вдруг сейчас по скрытности надо будет двигаться, свет нам помеха. А я, получается, в электрощитке подключил свет. Лучше пусть тогда очиститель воздуха будет у нас. Правильно? Так, вот, видите, освещение я включил. Зачем, спрашивается? Выключаем освещение, ну, очистка воздуха. Система динамиков. Да вообще все выключить. Все, выключаем все. Нам это ни к чему. Ни система динамиков, ни очистка воздуха пока что. То есть, чтоб в темноте в полнейшей двигаться и там не определяться, скажем так. Аккуратненько. Сейчас посмотрим, выключила там свет, нет? Правильно я мыслю? Может, это вообще не от этого? А, нет, это совсем другой вариант. То есть свет как был, так и есть. А не, вон там, видите, темно вроде. Так, что здесь? Там уже слышу движение. Так. Ну давай, давай, побыстрее. Ты уже должна привыкнуть. Ну, короче говоря, колотушечка боцмана против андроидов не годится, я так понял, да? Они перехватывают, он за руку хватает, все, и я труп. Убивает сразу же. Поэтому желательно только с револьвера работать. Но, кстати говоря, у нас не так много патронов на него. Метка на границе экрана прибора слежения указывает на цель. Да пока тишина. Места нет. Надо здесь вот присесть, собрать. Тихо, чертеж, чертеж. Генератор звука. Ох ты, сейчас я вот здесь присяду, соберем чертеж некий новый. Получим новый чертеж. Блин, какая красота. Так, подожди, где там он у нас есть? Звуковой генератор. ЛБ создать. Читаем. При срабатывании это самодельное устройство постоянно издает звук высокой частоты, привлекающий внимание, если поставить устройство на землю. Оно заработает только через 4 секунды, что весьма удобно. Ну, кстати говоря, удобно, да, его использовать там, если прятаться от чужого, от того же придется, да, или от андроидов. Поставил на землю, все, они среагировали, раз проскочил. Замечательно, будем использовать. Так, и нам, кстати, надо разгрузиться, поэтому, наверное, создадим еще один. Так, я смогу теперь взять хлам? Вот, сенсор взял. Создадим, наверное, еще один. Вот, видите, тем более нам дают возможность. Почему бы не создать, да? Все, так, чтобы не разгрузиться. И предлагаю, наверное, сохранить игру. Тут мы недалеко ушли. Потому что когда мы еще сможем сохраниться? Блин, а там что кто-то... Вот у нас сохранялочка. Отлично, потихонечку. Так, у нас, кстати говоря, прибавляется вещей. Револьвер, аптечка, СШГ какой-то. Это что такое за ШГ? Что-то я уже... А, ну это же этот у нас, да? Это у нас что у нас? А, этот, получается, вспышку создает, да? То есть, типа как... Заминировал, да? Не, он не минирует, он бросает. Да, и вспышка света, получается, от противника тоже, если там, допустим, ослепить его, вполне возможно использовать. Ну, замечательно. Пока что, конечно, я поставлю револьвер свой. Пока что поставим револьвер. Так, ну, погнали дальше, пацаны, потихонечку.
Блин, ну как же вы говорите, что не схожи с фильма? Посмотрите. Пересмотрите кино и все поймете. Все как в кино. Именно, я имею в виду сборка, дизайн корабля. Обратите внимание, классно как. Так, а тут я не попадаю, да? Что это? Использовать. А, рычаг, да? Ну-ка. Ага, замечательно.